текущем году в Верхневолжье отреставрируют ряд знаковых культурных достопримечательностей. Вопрос финансирования рассмотрен на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя. Наша главная задача – это качественно приводить в порядок такие объекты, отметил глава региона. В частности, уже начинается восстановление звонницы Николаевского собора в Калязине. Планируется усилить фундаменты, стены, сделать художественную подсветку, установить автоматизированную систему управления колоколами, а также укрепить береговую линию, благоустроить окрестную территорию и причал. В этом же райцентре капитально отремонтируют дом Полежаевых, где разместят краеведческий музей. В Твери работы запланированы в городской усадьбе Салтыкова-Щедрина, комплексе исторической застройки на набережной Афанасия Никитина, здании духовного училища, а также в областном драмтеатре, у которого предусмотрен ремонт фасада. Кроме того, губернатор поручил в текущем году завершить реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидове.